так встретились мы с Талгатом Вигельдиновым. Пожалуй, кому-то это увлечение прославленного военного летчика-штурмовика покажется неожиданным. Как знать, может, просто задержалось оно в дороге, запоздало почти на 40 лет. Сколько надежд, судеб, планов разрушили снаряды черных рук, протянувшихся тогда на нашу землю тем ранним июньским утром. Тогда ему едва минуло 20 лет. Они хотели высокого неба. Они любили небо. И не только за его голубизну и высоту. Это было небо Родины. Сержант Бигельдинов Талгат Якубекович, 1922 года рождения, кандидат в члены ВКПБ. Данные из анкеты, с которой он в ноябре 42 года прибыл на фронт, куда стремился с первого дня войны. Славы и наград рвался в бой 20-летний казахский парень туда, как тысячи этих земляков и ровесников, туда, где решалась судьба не только русских равнин, полей Украины, многострадальной земли Белоруссии, но где шел бой и за маленький отцовский аул Майбулак в далекой Акмолинской степи, за тополя вдоль арыков зеленой Алма-Аты, за все, без чего не было для него воздуха и солнца. Вспоминает бывший начальник штаба полка Евгений Сергеевич Иванов. При знакомстве с ним на КП он на меня произвел такое впечатление. Думаю, как это потянет такой маленький летчик такую грузную машину Ил-штурмовик, который весит более 5 тонн. Вот, командир полка Митрофанов говорит, я тоже маленький, а тяну же. И он потянет, смотри, он жилвостый какой. Ну, и ладно, оставим. Мне, как начальнику штаба, приходилось принимать задания от высшего штаба на разведку и ставить задачу Бигельдинову. Стоит только начать показать район разведки, даже, ну, посоветовать ему, как выполнить лучше. Он сразу же начинает понимать с полуслова, да, товарищ начальник? Понял? Вот тут, тут, тут. И вроде меня он дополняет сам. Я никогда не чувствовал в его глазах усталости никакой. Всегда он был бодр и готов к вылету для выполнения любого боевого задания. Триста пять боевых вылетов на счету Талгата Бигельдинова. 305. Не просто взлеты и посадки. Столько раз дано было испытать себя, победить. Начало победы – смелость. Это так. Об одной из первых, и поэтому, может, особо памятной встречи во фронтовом небе, рассказывает Талгат Бигельдинов. Это было время, когда, значит, уничтожали демянскую группировку. Подходя к линии фронта, значит, мы слышим с земли о том, что штурмовики, будьте внимательны, над целью до 60 истребителей. Посмотрел справа у меня, понимаете, мистер Шмидт, место 9, значит, атаковал меня и поворачивает. Я его первый раз видел, этот самолет, мистер Шмидт, поворачивается и уходит. Ну, я уже наблюдаю за ним. Он ко мне сзади опять заходит. Ну, я думаю, что, ну, встали в вираж. Вираж так стали, крутились, понимаете, и так стали, что этот мистер Шмидт, это я. Ну, на все гашетки, прямо в прицеле. Смотрю, понимаете, попадаю, пули трассирующие, попадаю. Смотрю, думаю, дымил, задымил, дымил, и сел, прилетел на аэродром. И, значит, здесь мне, значит, конечно, командир полка спрашивает меня, вы устали, товарищ Бигельдинов? Я говорю, да никак нет. А если честно говоря, впервые я в таком переполох, конечно. Ну, вообще-то, конечно, ноги немножко дрожали, вообще-то. На следующий день утром, значит, вызывает мне командир дивизии, а командир дивизии тогда был
значит, тогда был полковник, герой Советского Союза, товарищ Каманин. Вызывает, значит, я подхожу и спрашиваю, значит, он меня спрашивает, вы вчера на каком самолете летали? Я говорю, на 13-м. Вы сбили истребителя? Да, говорю, вроде бы немецкий истребитель, я сам видел. Ну, немецкий, ну вы же скажите, как сбили? Ну, я им говорю, что на виражах, стал на виражах, понимаете, попался под мой прицел, я его, значит, сбил. Вы знаете, Гарташ Бигельдинов, вы сделали колоссальное дело. До сих пор штурмовик не дрался с истребителем противника. И вы открыли, по сути дела, новую тактику вроде бы. Потому что значит, штурмовики дерутся и должны драться с истребителями, когда встречают. И вот факт, вы сбили, понимаете, даже, значит, истребителя. Вы знаете, говорит, кого сбили? Я говорю, не знаю. Да вы, говорит, сбили аса, который имел сбитых самолетов 108. Ну, там, он во Франции, там, в других местах, понимаете. Ну, 108 самолетов сбил, оказывается. Вот за то, что вы открыли новую тактику, за то, что сбили вот этого аса, вас награждаю орденом Отечественной войны второй степени. Это был мой первый орден, который я получал в 43-м году. Нечасто встречаются однополчане вот так. Все меньше остается их ветеранов. У них были одни крылья. Крылья, что несли победу. Киев, поднявшийся из руин, возрожденный город на Днепре. В его сегодняшний день вписан и ратный труд Талгата. Отвага в битве за Днепр принесла Бигельдинову славу героя Советского Союза. Это было во время форсирования Днепра. Нам была поставлена задача уничтожить танки противника за Днепром. Вот здесь как раз шло форсирование. Значит, мы 18 самолетов под прикрытием 12 истребителей. Подходя к линии фронта, я, значит, докладываем, они говорят, значит, отставить выполнение задачи, свяжите воздушный бой с бомбардировщиком противника. Ну, а где же бомбардировщики, спрашивают. Говорят, прямо идите по курсу. Переходим мы, значит, Днепр. Ну, короче говоря, я вам скажу, воды не было видно. Там все на чем хотят переплывать под Днепр. Ну, мы когда отошли к километров 20, смотрю, две группы идут. Значит, одна группа сзади другой. А мы вот так вот идем. Ну что сделать надо будет, значит? Наша задача не допустить к переправе этих бомбардировщиков. Вы представляете, если одна бомба упадет, то эта переправа, это, несомненно, понимать, 500 жизней не будет. Ну все мы стреляли по ведущему. Ведущий, значит ушло самое противника, сбросил свои бомбы на свои же войска, вся группа с ним. Потому что ведомый зависит только от ведущего. Второй группой мы, значит, связались. Короче говоря, значит, вторая группа тоже, значит, ни один самолет не дошло. Ну, короче говоря, бой закончился. Смотрю, мои самолеты все это, значит, 18 самолетов все целые и ушли домой. Ну, оказывается, этот бой наблюдал сам лично командующий фронтом. Командующий фронтом Ташконев дал, значит, такое подтверждение, что... Значит, группа штурмовиков сбила 6 самолетов, группа истребителей 8 самолетов. Вечная память героям. Эти слова как набат. Они навсегда запомнили их молодые лица, не вернувшихся своих товарищей. Рассказывает Михаил Иванович Коптев. После первых полетов я почувствовал, насколько Талгат Якубекович подходит прямо к летчикам, старается определить его данные, на что способен каждый из летного состава. И вот после каждого вылета, садясь на свой аэродром, придя на командный пункт, он в первую очередь спрашивал, что ж я видел за линией фронта. Когда заканчивал свой доклад, что я видел, Талгат Якубекович начинал уточнять. А вот
Помнишь, в этом месте там были следы танков? А помнишь, вот в этом месте ты не заметил там позиции артиллерии, минометов, а вот там автомашины. И вот как-то невольно приходилось все время анализировать свои действия, быть более внимательными. И надо отдать справедливость, Талгате Кубекович, видимо, обладал природным даром сына казахского народа, именно соколиным взглядом. Сразу охватывал всю местность, быстро ориентировался в ней, запоминал ее и все держал в своей памяти. Талгат Якубекович постоянно заботился о подготовке ведущих. И вот я с ним сделал ведомым около 60 вылетов. Он говорит, хватит, пора уже самостоятельно водить группы на задания. И прежде чем послать меня ведущим, он полетел ведомым со мной, а я за ведущего. Мне не хотелось быть ведущим. Ведомым летать проще. Когда я полетел за линию фронта и немножко увел его с маршрута в другую сторону. Он вышел вперед, возвратились, говорит, иди за мной. Садимся, сели на свой аэродром. Сели, она говорит, и не стыдно тебе, ведь ты прекрасно ориентируешься. Зачем хитришь? Что, я за тебя должен летать? Мне и так хватает вылетов. Я и так каждый день по 2-3 вылета делаю. Мне ж нужна смена. После этого как-то стало не по себе на душе. Думаю, что же я своего боевого товарища подвожу, заставляю нести двойную и тройную нагрузку, я же могу быть ведущим. И после этого на другой день я сказал, ну, Талгат, хватит, я буду ведущим. Я получил высокое звание героя благодаря Талгату Якубековичу Бегельдинову. Вспоминает Яков Кириллович Шапочка. В нашей воздушной армии он считался одним из самых лучших воздушных следопытов. Он вел разведку не только для нашего полка, а для дивизии, для корпуса, для всей воздушной армии и даже для наземных частей. Моя задача в этой войне была более-менее скромная такая. Я готовил боевые самолеты к вылетам. И горд тем, что я именно готовил эти самолеты для первой эскадрильи, нашей разведывательной эскадрильи, которой командовал Талгат Якубекович. Это был всеобщий любимец полка. И потому что он был смелый, отважный, потому что он всегда летел туда, где было тяжело, его посылали, собственно, самые тяжелые задания. Впервые наши летчики прорвались к Берлину еще в августе 41 года. Но и через 3 фронтовых года разведывательный рейс к фашистской столице был не менее трудным. С воздуха в упор разглядывал цитадель фашизма Бегельдинов, производил аэросъемку Берлина перед близким уже штурмом. Для многих этим штурмом кончилась самая страшная из всех войн на Земле. А Талгату Бегельдинову предстояли еще боевые вылеты на помощь сражающейся Праге. За самоотверженные действия в боях за Прагу Бегельдинов награждается 2-й золотой звездой героя. И вот позади парад победы на Красной площади, где в первой шеренге 1-го Украинского фронта вместе с Иваном Кожедубом и другими прославленными летчиками прошел Талгат Бегельдинов. В 23 года дважды герой Советского Союза. Таким вернулся он в родной дом, навстречу своей песне, той всегда звучала в его сердце. Он любил небо. И сколько мог, не расставался с ним. Теперь под крылом была мирная и добрая земля, родная,
та, ради которой они не щадили ни себя, ни жизни. Мир и счастье, которые снились им, оглохшим от бомбежек военными ночами. Маленький Толгатик не знает пока подробностей отцовской биографии. И о боевом прошлом Бегельдинова-старшего имеет представление лишь по количеству тяжелых орденов на парадном мундире Талгата Якуббековича. Для многих он как бы легенда, силы дает, зовет расправлять крылья отваги. Крылья, они не только в небе, они и на земле нужны человеку. Когда запретили врачи летать, сказались ранения, стал Талгат Бегельдинов строителем. Окончил институт, строил жилые кварталы, украшал дворцами города республики, ее столицу Алма-Ату, возводил аэровокзалы, заводы, фабрики. И все-таки завидует иногда Талгат Якуббекович тем, кто сегодня, как сам он много лет назад, поднимает в небо послушные машины. Завидует и гордится ими, потому что в высокое небо Родины уносят сыновей и его молодые крылья. Не в легендах, а среди нас живут герои, навечно вписавшие свои имена в память народа. Их подвиги в годины тяжелых испытаний сегодня для нас пример, напутствие беззаветно служить Родине.